Иваново, 22-й лицей. Ученики, родители, учителя собирают гуманитарную помощь для солдат. По инициативе родителей предложили организовать акцию для сбора гуманитарной помощи для наших солдат. Вот. Школа поддержала. Мы проводим очень много акций на базе школы. В том году мы собирали гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Дети очень активны, отклик очень большой. Несут все, даже отдельно бабушки старенькие приходят с пакетиком, что могли на свои вот какие-то финансы, купили, принесли. Родители рассказывают, кинули клич в чате, семьи стали закупать продукты с долгим сроком годности. Крупы, консервы, лапшу быстрого приготовления, сладости, а также одежду и медикаменты. Два дня выделили на сортировку по коробкам, после чего гуманитарная помощь отправится на базу 98-й дивизии. Такие акции показывают, что уровень патриотизма как у детей, так и у взрослых огромный. Конечно, это возможность выразить свою благодарность защитникам мирного неба над нашими головами. Также все участники написали солдатам письма. Младшеклассникам помогали старшие. В письме я написал, чтобы с войны они вернулись живыми и здоровыми. Им сложно сейчас, это точно. Они помогают делать так, чтобы мы жили хорошо и защищают нас. Дарья Костина, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».